Стоматологи Югры собрались вместе. Цель – обсудить актуальные вопросы своей профессии, в том числе новые единые профессиональные стандарты. Площадкой для проведения региональной научно-практической конференции стала Нягань. Спикеры – профессоры кафедры ортопедической стоматологии, кафедры терапевтической стоматологии ведущих вузов страны. В рядах слушателей – молодые специалисты, опытные врачи, руководители муниципальных и частных клиник. Среди вопросов повестки – диспропорции в кадровом составе между территориями. Так, по данным Стоматологической ассоциации России, в городах областного, краевого и республиканского значения профицит врачей 200 и более процентов, а в Москве и Петербурге еще выше – 300. А в сельской местности огромный дефицит. Но не в таких городах, как Нягань, например. В городах Ханты-Мансийского округа традиционно очень высокий уровень. Это любые берем, и Радужный, и Нягань, и там, допустим, Лангепас. Какой ни возьми маленький городок, в нем полноценная стоматология. Не хуже, чем в Мюнхене, или не хуже, чем в Лос-Анджелесе.